Сегодня мы поехали на море. 15 октября. С понедельника что-то обещают дожди, поэтому нужно съездить на море, подышать целебным морским воздухом, погулять. Погода хорошая. На Черное море остановочку по трассе вот сделали здесь, на границе Туапсинского района. Здесь площадка такая красивая. Эти площадочки уже натоптанные такие с этих площадок, потому что люди любят любоваться. И дух захватывает, что там внизу какое-то прямо обрывище. Конечно, камера этого не передаст, но это очень красиво. Кто здесь был, конечно, меня поймут. Едем дальше. Прекрасно. Минут 50-60, и ты на море с горячего ключа. Сегодня решили здесь погулять. Летом обычно мы купаемся в Новомихайловском или Лермонтово. Сюда купаться мы не ездили. Только так, погулять. Море сегодня какое красивое, спокойное. Купаются даже люди. А что, 20 градусов сегодня тепла, солнечно. Очень много всяких баз отдыха. Но как-то купаться мы предпочитаем больше в Новомихайловском. Или вот Лермонтово. Лермонтово там вот выше. Не в самом Лермонтово, а чуть выше на горе. И там около гостиницы спускаешься по лесенке. Там море такое. Песчаный берег. И море не глубокое. Долго идешь, идешь не глубоко. Детям там хорошо. Можно не беспокоиться, что глубоко. Для детей там хорошо. Мелко. Хорошо. Сейчас будем сидеть, загорать, наслаждаться запахом моря, пойти ноги помочить в солененькой водичке. Какое сегодня хорошее, спокойное море. Пляж здесь, конечно, грязный, очень грязный, какой-то прямо мусор, бутылки. А вот после, видимо, шторма даже ничего и не убиралось. Люди купаются.
нету такой удушающей жары. Просто можно загорать на солнышке. Домой едем с Черного моря. Нагулялись, назагорались. Пора домой.